С вами Стефский, мы в Дубае. Продолжу рассказывать про заблуждения о Дубае, о которых я читал в каких-то старых статьях, и которые вот и сформировали мое впечатление о Дубае. Одно из вот этих заблуждений было то, что Дубай – это все-таки пустыня. Типа, несмотря на застроенные районы, на там озеленение и так далее, типа весь город все равно заметает песком с пустыни. И там приводились, как пример, какие-то там плитки, в которые везде, там в каждом шве, там куча песка насыпана и прочее. Я не знаю, где человек нашел эти места, где он это фотографировал, но проживая 6 месяцев в Дубае, уже почти полгода, буквально там 2 дня осталось, я хожу по большому количеству разных районов, я наблюдаю вот эти вот пешеходные тротуары, и я, ну реально, я не вижу здесь никакого песка. Найдите мне здесь песок хоть какой-то. Да, есть какие-то листики, травинки, какой-то, ну, мусор обычный, небольшой, какие-то кусочки. Да, иногда попадаются бумажки, человеческий мусор. Я не знаю, давайте, ну, обзор мусорок. Окей, бычок один валяется, простите, кто-то тут курил. Цветочки какие-то, вот веточки вот с этого попадали, и все. Он настолько выметен, вычищен, вот этот песок весь настолько убран, что его в центральных районах, это Дубай-Марина, GLT, соседний, Business Bay, Downtown, City Wall, что еще? Ну, вот такие районы застроены, там центр деловой, DIFC, Trade Center, World Trade Center, еще сейчас парочку вспомню, может быть. То есть Баршахайт, только что был. Пустыня убрана оттуда, она отодвинута просто по сантиметру, заложена плиткой и просто вынесена за пределы города. Возможно, 10 лет назад было по-другому. Скорее всего, да. Но с течением времени Дубай настолько вот застраивается, закладывается плиткой, озеленяется кругом вот эти вот зеленые насаждения. Там в некоторых районах целый forest trail есть. Это лесная тропа. То есть такая длинная тропа, у которой огромные деревья по двум сторонам стоят, и она несколько километров так идет. И все вот это по чуть-чуть отодвигает пустыню вглубь континента. И Дубай, он растет не просто за счет захвата вот этих пустынных районов, а именно продвигая зеленую зону вглубь. И в ту сторону, и в ту сторону. Он в разные стороны разрастается. И вот это вот в старых историях уже нету. То есть все это истории последних лет. И все больше и больше Дубай изменяется в эту сторону. Поэтому Дубай не пустыня, как это ни странно.